Привет, друзья! Российские дроны Lancet E получили разрешение на экспорт, сообщил представитель Рособоронэкспорта. Дрон Lancet E получил рекламный паспорт, то есть возможность продаж за рубеж. Комплекс Lancet E – это экспортный аналог дрона Lancet. В состав комплекса Lancet E входят разведывательный дрон Z-16E и два баражирующих боеприпаса Lancet, обозначаемых как дрон изделия 51E и изделия 52E, с различными характеристиками. Существуют также дрон Lancet 53 и дрон Lancet 55, именуемый как изделие 55. Подробнее о нем в ссылке на видео в комментариях к ролику. Дрон Lancet 51 модернизировали, добавив ему тепловизор и увеличили дальность полета до 80 км. Технические характеристики дрона на экране. Взлетный вес дрона Lancet 51 – 12 кг. Масса боевой части – 5 кг. Ее увеличили еще незначительно, но насколько – неизвестно. Наведение у дрона – оптико-электронное и автоматическое с 2023 года. Дрон оснащается инфракрасной камерой, лазерным целеуказателем, газоанализатором и радиометром для поиска цели. Как сообщается, дрон не использует GPS и определяет координаты по различным источникам и объектам, возможно, электронные карты местности. Программное обеспечение у дрона эффективно противодействует РЭП. Двигатель у дрона Lancet электрический и позволяет развивать скорость от 110 до 300 км в час. Время полета до 60 минут. Цена дронов Lancet 51 и Lancet 52 – 35-40 тысяч долларов. Предшественником дрона Lancet является дрон Куб. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.